сегодня мы продолжаем играть Pop Mobile. И сейчас мы полетим в данжик. И надеюсь, мы выживем. А потом можем опять слетать за вот этой куклой, чтобы потом летать. Слетать, чтобы полетать. Нифига, вы уже все приземлились. А, ты же со мной летишь. Это они приземлились. Ох ты ж, блин. О, тачка стоит. Там мечу тачку. А где эта фигня? Опять не прогрузилась, что ли? Да почему я опять сквозь стены все вижу? О, а чё я под землей-то бегаю? Эй! Вы чё? А, вот. Я под землей бегал. Это неправильно, мне кажется, так не должно быть. Вот скажи мне, пожалуйста, бегать под землей это нормально? Ну, так вот именно, я тоже как-то не уверен, что Pop Mobile прав. Что-то в виде шаги слышу. Томпсон. В этот раз нам аж повезло даже. Ой-ой-ой! Кто-то пришел! Стреляют! Стреляют! Я говорю, стреляют! Мы все умрем! Баги стоит. О, шестёра. Ты вообще убежал. Ну, как всегда, короче говоря. Куда убежал? Я тут до сих пор бегаю. Ну, 120... А, это не ты, это второй, извини. Я перепутал. Я забыл, что там шестёра. О, АКМ. А? Собираешь, что есть? Ну, это неплохой навык. Это, конечно, плохо. Угу. Это, конечно, плохо. Это, конечно, хорошо. Чё-то тут нифига уже нет. Там погнали в машину и поедем. Карта возрождения. Да, я уже ее подобрал. Ты автоматически возродишься, типа. А? Значит, не подбирай. Все, поехали на эту канатную дорогу, которую прошлые катки ездили. Ты где? Прыгай в тачку. Давай быстрее. Там какая-то финтифлюрина летела. А? Ой, она за зоной, блин, ладно, тогда не поедем туда. На другой стороне и карта еще такая есть, но мы туда точно не поедем. Ничего себе, они убежали от нас. Когда они успевают-то? Сейчас будет... Уии, дрифт! Арабский дрифт. Чё, как вам поездка? Да уж, блин. О! Канистра есть. У меня 6, а не прицел не хватает. У меня 2. Я бы тебе дал, если бы было 4 хотя бы. Но тут они уже все подсобрали, походу. Не, все подобрали. Канистру возьму. Пойду тачку заправлю. А, вот она, ё-мо. Я же на вектор еще скину. Да нет, вроде бы. Да блин, я вылез случайно. Чё, тут есть чё-нибудь? О, КМ. КМ это мне. А, у меня теперь 2 КМ получается. Ладно.
Один шестеркой АКМ, а другой какой-то вообще. А, не все никакущие, о чем я. Тебе шестерка вообще нужна? Вообще ничего. А? Подожди, это то, что я думаю? Да ладно. Горный велосипед. Что? Подожди, я хочу покататься на этом. О, реально велосипед. Еще говорят, его вроде нельзя уничтожить. Он не взрывается. И ничего с ним нельзя сделать. Смотри, какой крутой лясик. Ты о чем вообще? Юху. Звенеть даже можно. Юху. Что ты стреляешь? Я тут еду вообще-то. О, тут можно трюки делать. Ой, 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 я застрял. Помогите. Я застрял, я велик убил. Блин. Опа, помоги. Я велик угробил. Ты что, поздравляю, граната есть? Блин. А, вот его взять можно. Прикол. Его можно с собой таскать. Оп, взял, поставил. Да, вот в инвентарь можно засунуть и в любой момент достать и поехать. Такой маленький рюкзачок. Юху, вот это прикольная вещь. А можно на одном колесе поехать? На верхнем, например. О, о, прыгать можно, прыгать. Угу. Можно прыгать. Юху. Смотри, смотри, прыгать можно. Уи. Хочешь попробовать? Поедет. Это я езжу. Нет, хочешь попробовать? Ну иди сюда. Вот он тут стоит. Да, ему пофиг. Едь. Там прыгать можно. Попробуй. Угу. Странно как-то выглядит, правда? Потом верни только. Его можно в инвентарь засунуть, если что. Прикольный. Первый раз вижу. Я знал, что они вроде есть в PUBG, но не то чтобы прям видел. А тут уже все забрали. Жалко, что вдвоем нельзя. О, двушку нашел. Ты где там? Верни велик. Да, ладно. Покатайся, у меня есть вот эта штука для эффективного передвижения.